Сегодня наступает день, когда союз меняется. Это перегресс корабля из один утопия. Крупнейшая подводная зона в мировом океане. Намного предовышая проект 9.4.1. 100 тысяч тонн стали защищают вас от холодной морозки воды. Внутри этого уровня входит 205 тысяч душ. Вы назначены одной из них. Вашим капитаном будет адмирал Голосов. Герой битвы за Рыбенцево море. Несколько ядерных реакторов на первом уровне позволяют удобнее развивать скорость 25 тысяч км в час. На уровне 2 находятся каюты экипажа, а также 8 термоядерных ракет. На уровне 3 расположены медицинские и рекреационные помещения, а на уровне 4 центральный командный пункт. Помните, КГБ следится внизу нас. Союз сечает это секретным и светлательным путешествием. Приказ об информационном мочалне. И путите путь от Муманска до Окиновской Африки и обратно через Акт. Сегодня великую историю СССР будет пробраться новая глава. Мы не знаем, какие чудеса ждут вас на дне океана. Мы знаем только, что это великий день для человечества. Thank you.
Mm-hmm.